Всем доброе утро! Я сегодня хочу показать то, что я связала, что вяжу сейчас. Связала я довольно-таки крупную вещь, но очень быстро. Если посчитать, на все про все у меня ушло примерно 3 дня. Это очень быстро, наверное, из-за того, что были спицы крупные, и мне хотелось поскорее закончить эту работу и получить готовый результат. В прошлом влоге я показывала вам, что начала вязать кардиган из мохера, который мне прислали в подарок одна вот прекрасная девушка. У меня было 4 мотка пряжи, которая называется Fashion Glitz. Надеюсь, вам видно сейчас, ничего не отсвечивает. Кто-то мне написал комментарий, что эту пряжу сняли с производства, но я не так давно ее видела в нашем магазине в Германии. Может быть, в Россию просто ее не будут завозить, я не знаю. В любом случае, всегда можно найти какую-то альтернативу. И эта пряжа, в составе которой 82% мохера, 16% шерсти и 2% полиэстера. Производитель советует спицы 6, номер 6. Но по описанию, по которому я вязала, это было... Описание от Маргариты Тереховой, мохеровый красавчик. В нем Маргарита советует спицы номер 8. Я же вязала на 6,5. Это было первое отступление, не по описанию. Хотела сказать, что же я еще сделала не так, но давайте сначала посмотрим на готовое изделие. Вот он мой кардиган. Надеюсь, вам... Так, сейчас что-то сполз. Надеюсь, вам хорошо его видно. Давайте так покажу. И рукавчики, планочка, все так вот красиво выглядит. Вот он кардиган, я им очень довольна, я не ожидала, что у меня получится такая классная вещь. Ушло вот на этот укороченный кардиган, у него длина чуть ниже талии, это размер XS, но я думаю, на S тоже он подойдет, потому что у него такая достаточно свободная форма. Ушло всего 4 мотка, и от мотка у меня осталось вот еще что, немножечко совсем. То есть можно было, по идее, длиннее сделать тело, но мне это было не нужно, потому что я его заведомо таким хотела. А по описанию тело длиннее примерно на 10 сантиметров, вот эта часть, то есть до начала присоединения рукавов она длиннее. Вот второе отступление, которое у меня было. И что еще? Все остальное я вязала по описанию, то есть убавки все делала, как было сказано. Все прибавки, убавки и так далее, закрытие, все-все-все по описанию. Смотрите, какой момент мне немножко не нравится. Момент, где начинается погон. Вот вам видно, может быть, что немножечко вот оп, и такой как будто уголок появляется. Я посмотрела по фотографиям других девочек, у них незаметно, что оно что-то торчит. В принципе, и у меня незаметно, когда я на себе смотрела вчера, да, со стороны, на фотографиях, на видео. Не знаю. Кстати, давайте, наверное, я сейчас вставлю фотографии, как у меня получился этот кардиган, как он смотрится на мне, чтобы в общем и целом увидели, что это за вещь. Потому что так вот на вешалке, да, показывать ничего не понятно. Вот, собственно, фотографии. И мне этот момент немножечко не нравится. То есть здесь вот как-то вот немножечко торчит, непонятно. То ли убавки надо было делать пореже, не так резко, они через ряд, получается, идут, убавки в погоне, чтобы не было такого резкого перехода. В принципе, это не критично. И еще один косяк я сама сделала. Я провязала одну петлю в петлю предыдущего ряда. Да, я это заметила уже слишком поздно, когда закрыла планку. И вообще распускать эту пряжу нереально. Я попробовала, знаете, она не подлежит распуску. Она настолько цепляется, эти волоски цепляются друг за дружку, что потом их не расцепить. Вот вы можете видеть, какая пряжа пушистая. Она просто как... Ну, облаком, конечно, я ее не зову, потому что это все-таки мохер, а не что-то другое.
Тем не менее, мне, кстати, не колет ничего. Я проходила вчера довольно долго в нем, пока фотографировалась, то на телефон, то на фотоаппарат. И ничего мне не чесалось, никакого дискомфорта не было. Мне было в нем тепло очень, очень тепло. То есть на маечку было тепло. Руки у меня были оголенные, шея, там часть спины, но никуда ничего не натерла. Все довольно-таки хорошо. Поэтому описание я советую. Я знаю, что мне девочки спрашивали, как тебе описание, да, можно ли по нему вязать. По нему вязать можно и нужно даже, потому что оно понятное, простое, и самое главное, вы очень быстро получите хорошую вещь. Но у кардигана нет пуговиц, нет ничего, чтобы, да, его как-то стабилизировало на теле. Поэтому планки открываются, и, знаете, у меня они держатся прямо вот на плечах, да, на самом краю. Вот если вас такой вариант кардигана устраивает, он больше похож на какую-то накидку, то почему бы и нет? То есть замерзли, хоп, так накинули небрежно, так можно, не знаю, для фотографии, кстати, вообще красиво этот кардиган смотрится, открыть как-то плечико. Ну, в общем, смотрите сами, полистайте галерею, много кто вязал такие кардиганы. Кстати, в описании есть два варианта. Можно вязать либо кардиган, а можно вязать джемпер с таким вот глубоким V-образным вырезом, по краям которого идет эта уже цельновязанная планка, да, из вытянутых петель. Почему бы нет? Я знаю, что кто-то собирался вязать его из Drops Melody. Так вот скажу, что Fashion Glitz очень похож на Drops Melody. Я вязала из этой пряжи, и мне она не понравилась. Почему? Потому что, не знаю, может, мне такая пряжа досталась. У меня эти волосы просто летели, оставались на одежде повсюду, они на полу прям катались. То есть после каждого вязания мне надо было подметать, собирать, вычищать. Я сказала: боже, нет, никогда больше я из этой пряжи вязать не буду. Не знаю, как я вязала этот кардиган на заказ. Ой, кардиган, это был свитер вообще-то. Не знаю, как он носится, лезет он дальше или нет после стирки, но в процессе вязания я с ним намучилась и пострадала. Что не скажешь о Fashion Glitz. Да, остаются волосики кое-где, но такой глобальной линьки не было. Поэтому в этом плане эта пряжа мне понравилась больше. Вот классная, конечно, пряжа. И вот этот люрекс, он практически незаметен. Если так присмотреться, немножко поблескивает. Очень красиво смотрится. Давайте дальше. Связала я кардиган и думаю, что же мне взять на новый проект. У меня была Drops пряжа, Drops Nord, что ж я говорю, просто Drops. И я решила связать перчатки вот в такой сумочке. Я теперь храню мелкие проекты от своих котов. Так, здесь у меня лежит моток мериноса, это чтобы пальчики переснимать на более толстую пряжу. И вот, собственно, начало перчатки. Я уже сделала прибавки для большого пальчика. И сейчас буду вывязывать остальные пальцы. Перчатки вяжутся быстро. Вы, наверное, знаете, кто вязал. Это снова перчатки бельгийские по описанию теплой Маши. Это классное описание, суперское. Если вы никогда не вязали, попробуйте.
Вам обязательно понравится. Я как будто бы его каждый раз рекламирую, но от всей души действительно советую. Вижу на спицах деревянных, моих любимых. Это троечка, кстати. Мне на ней хорошо, удобно вязать. Перчатки получаются те, что надо, по моему размеру. Идеально. Ну, может быть, кому-то подарю. Буду складывать вещички, все связанные мелкие аксессуары в коробочку. У меня есть такая на подарки. И постепенно буду дарить. Клево, Ира, спасибо тебе еще раз. Классная сумочка. У меня же коты. И сколько раз они мне отгрызали нить от мотка. Потому что не было у меня такой проектной сумки. Когда оставишь что-то, то потом за это поплатишься. Решила начать сегодня новый процесс из ангоры, который мне тоже подарили. Это вот такая пряжа итальянская. Здесь у нас в составе 70 ангора 10 лана, ну в смысле шерсти, 20 полиамид, нейлон. Так, это в 25 граммах у нас 83 метра. Вот такая ангора, кролик нарисован. И вот такой цвет. Смотрите, как она пушистая, красивая, такая толстенькая пряжа. Вообще супер. Ой, у меня солнышко вышло. Маленько цвет не такой передает. В общем, я хочу связать берет. Вот я уже начала ножку. И сейчас буду соединять это. Вяжу я по мастер-классу. Ссылку я на него уже оставляла в видео с декабрьскими готовыми работами. Там я тоже вязала беретик, который позже отправился в распуск, так как он не подошел и обладательнице, да, законной. Так, я хотела что сказать. Смотрите, в этом мастер-классе набор идет на бросовую нить. Далее нить удаляется, образуются петли. Вы все это набираете на круговые спицы дополнительные. Получается, что у вас здесь спицы, и на третью спицу вы все это вяжете, две петли вместе, соединяя эту ножку, да. Но я вот недавно узнала, какой способ. Смотрите, у меня здесь нет наборного, временного наборного края, у меня обычный наборный ряд. И что я делаю? Значит, я беру вот эти вот колоски такие от наборного. Сейчас покажу вам поближе. Вот эти колоски, ангорка, конечно, такая пушистая. И вот каждый вот этот колосочек мне надо подцепить на спицу и провязать вместе с петлей. Так, сейчас я буду ее пытаться показать вам, как я это делаю. На камеру, конечно, очень сложно провязать это все. Так, я не знаю, что там получилось, это не видно. Таким образом я соединяю. Давайте еще одну. Я просто не очень люблю вот эти вот бросовые нити. Это столько лишней какой-то работы. А вот так вот соединять почему нет? Главное внимательно смотреть за колосками, чтобы не пропустить, чтобы у нас четко совпало количество петель и этих колосков. Ну а получается все точно так же, как если бы мы делали наборный край. То есть с этой стороны у нас такой ряд изнаночных петель получается, да, ну а здесь нормальная обычная ножка. Вот такой лайфхак. По-моему, здорово смотрится. Пока вяжу берет, еще хочу показать вам перчатки, которые я связала на днях. Это по описанию теплой Маши бельгийские перчатки, они называются. Такие базовые, стандартные, то есть здесь вы можете, в принципе, лицевой гладью просто связать, либо предлагаемый узор. Мне он в перчатках очень нравится, классный. И перчатки связались просто одним махом. Буквально за половину дня, получается, ну, за вечер, да, я так сказала. Да, то есть я сама не заметила, как села и связала. Вот они готовы. Но единственный момент, у меня возникает вопрос. Смотрите, вот здесь дырочек не видно, да, здесь все нормально обработано, но зато на обратной стороне
Вот такие дырочки. Причем здесь ниже не присоединяется. Здесь просто набирается дополнительная петля. И получается, что на лицевой стороне окей, а здесь вот такие дырочки. Да? В принципе, это как бы незаметно. А на второй перчатке на правой эти дырочки на лицевой стороне. А нить присоединяется с внутренней. У вас тоже так же? Я просто не знаю, может, есть еще какой-то способ или просто прошивать и эти дырки. Меня вот эти дырки все равно смущают и не дают покоя. Ну а так перчатки, конечно, классные. Ушло меньше одного моточка Drops Nord. Спицы 3 мм. Набирала я 42 петли. Это по описанию получается. Вот на мою ручку у меня она здесь в обхвате 17-18 сантиметров. Вот такие перчаточки можно связать. Классные, они теплые. У меня уже есть из Норда перчатки. Я просто вязала их по другому мастер-классу. И вот я их ношу. Они мне нравятся. Очень тепленькие. Кстати, они совсем чуть-чуть закатались. То есть такие катышки, которые легко можно убрать. Эти перчатки я сделала длинненькие. Такая манжета удлиненная. Будут лежать, возможно, кому-то подарю. Почему бы и нет? Ну что, друзья, буду с вами прощаться на сегодня. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Надеюсь, вы не заскучали. Встретимся с вами в следующих роликах. Пока-пока!